Друзья, всем привет! Всех с наступающим праздником Мир, Труд, Май! Все. Мой маникюр знаменитый, который всем понравился. Спасибо огромное за комментарии. Ребята, девчонки, спасибо огромное за поддержку видео, которое я недавно опубликовала, обзор магазина, да, потому что много идет комментариев негативных со стороны Украины, и где нас просто уже загнобили. Ну, на это, понятно, не надо обращать внимание. Ладно, не будем сегодня об этом. Но хочу благодарность и большое спасибо за поддержку, конечно, сказать. Я думаю, все скоро будет хорошо и в Украине, и в России. И победит справедливость, скажем так. Вот. Что хочу сказать. Ребята, наконец-то, сегодня мы едем на дачу. Мой сын купил дачу. Я еще там не была. И сегодня мы поедем с вами на дачу. Но это будет уже в другом видео. Здесь я просто хочу вам об этом сказать. Поедем с Максимом. Илья купил сын Илья дачу. Вот. От их дома 70 километров. Находится дача от нашего дома, где мы с Максимом вот живем, с другим сыном, примерно 130 километров. Это недалеко от города Можайск. Не доезжая Можайска, скажем так, по-моему, не доезжая Можайска. Вот, ну, в общем, от них 70 километров, от нас им-то всего 50 минут до дачи ехать. Нам, конечно, уже побольше. Вот, я думаю, что там... Часа два мы, наверное, будем ехать, может, меньше. Ну, от пробок зависит. Может, час 30, если пробок нет. Ну, в общем, сегодня первый день едем. Кучу всего собрала. Кое-какие вещи для дачи. Я постепенно так что-то хранила, что-то собирала. Когда-то мы снимали дачу, тоже покупали что-то нужное. И поэтому сейчас беру. Но дом абсолютно новый. Это коттеджный поселок. Абсолютно новый, я вам все там покажу, он уже готов, готов к проживанию полностью, вот, но сейчас идет закупка мебели, и сегодня мы едем, потому что сегодня будет там поставка кухни, я не знаю, кровать или диван или что, не знаю, но в общем, пока мебель на майские только будет у нас, доставка будет по мебели, завтра, наверное, сборка будет кухни. Вот, все заказывают очень красивое, такое дорого-богатое, так что, в общем, все вам буду показывать, рассказывать. И сегодня поедем, посмотрим, сам дом вам покажу, конечно, дом шикарный, я уверена, что вам всем очень понравится, я вообще в восторге, конечно, тоже, вот. И окрестности немножечко посмотрим. Там рядом какой-то прудик, но недалеко там есть Можайское водохранилище огромное. Вот, что очень радует. Но у нас есть машина, и всегда сел на машину там, может быть, я не знаю, сколько там, минут 10-15 на Можайском водохранилище. Вот. Так что сегодня мы втроем, не знаю, Лиза с Полинкой приедут или нет. Ну вот, два сына и я, точно мы едем, кое-что, может быть, где-то приберем, участочек почистим, там нам еще нужно и забор будет ставить, и газон сеять, либо он покупать будет, в общем, пока не знаю, но я вам все покажу, может быть, кто уже хорошие такие дачники, что-то подскажете, вот, ну, в общем, вот так, вот так, вот такая радость у нас, хорошо. По поводу поездки, поездка... пока никуда не откладывается, 12, на 12 число у меня билет на поезд, хотя я все уже думаю про Турцию, думаю, может, заменить Турцию, потому что Турция и Абхазия выходят по деньгам одно и то же, вы знаете, но единственное, конечно, самолет, из-за этого я не хочу, из-за этого вот как-то меня вот еще удерживает, а так, в общем-то, конечно, полетела бы в Турцию с удовольствием, потому что там уже море, можно купаться, море уже более-менее, в 20-21 градус я в море спокойно купаюсь. В Абхазии, конечно, навряд ли я покупаюсь. Но в Абхазии есть гид, с которым можно будет ездить, опять же, по экскурсиям. Даже повторно можно куда-то съездить, в принципе, просто для разнообразия. Вот. Ну и походить по городу, так как я все-таки люблю Абхазию, люблю город Сухум, люблю.
Много, кстати, мест интересных еще нашла. Оказывается, у них, кстати, есть магазин Вайкики, в который мы с вами обязательно сходим, посмотрим. И еще нашла магазин, как-то называется, забыла. Косметика ихняя, их косметика, какая-то как-то абхазская косметика, натуральная косметика, что-то типа такого. Такой бутичок, очень красивый там в магазинчике, упаковочки такие, туда тоже заглянем. Может быть, еще что-то интересное там потом найду. Вот. И по поводу, я забронировала хороший отель по деньгам, ну, среднеценовой такой, не дешевый, недорогой, но симпатичный. Но еще есть предложение поехать к Моне, у которой я раньше всегда останавливалась. Мы с детьми много раз останавливались. Они жили раньше у моря, а теперь они живут выше, выше намного. Вот, и там в горку так идти. И можно, конечно, остановиться у нее. Вот, узнала, что у нее недавно, как оказывается, умер муж. Даже не знала, что он плохо себя чувствовал, но, оказывается, Гей мне сказал, говорит, а разве я тебе не сказала? Я говорю, нет, ты мне не сказал. Перед Новым годом, оказывается, потому что когда мы были в ноябре, Витя был еще жив, вот, и как раз был о нем разговор, и сейчас вот Гей сказал, что он, к сожалению, умер. Вот, и ну, он в доме живет одна, в большом. Может быть, даже поеду к ней на частный сектор, с ней будет и повеселее тоже. Вот. И когда-то мы с ней вместе ездили к ее родственникам в селение туда. Забыла, как место называется. Обалденное место. И я мечтаю туда попасть. И вот я думаю, может быть, если я остановлюсь у Ноны, то я ее уговорю, и мы можем поехать туда в селение. Потому что там просто бесподобно. Это в горах, прям в ущелье, в горах. У них все свое там. И куры, и поросята, и все. И мы в прошлый раз, когда приезжали, детям было 10 лет, к ним приезжали, сразу зарубили поросенка, накрыли огромный стол, напекли нам прям в такой, у них специальное отведено место, где там печь такая стоит, как камень такой, что ли, она там на нем испекла это хачапури. Ну, в общем, видео были бы бесподобными, вообще супер. Ну, не буду долго болтать, это такое маленькое видео, так что, девчонки, ребятки, ждите, ждите. Либо сегодня вечером выпущу видео, либо завтра с утра покажу вам дачу. Вот, так что не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, очень много людей сейчас ко мне подписалось. Спасибо огромное, столько хороших комментариев пишите. Пишите, что я такой позитивный человек. Для меня это, знаете, очень приятно, потому что я себя таким как бы не считаю особо. Раньше, по молодости, может быть, я была более такая позитивная, веселая, заводная. Сейчас уже, конечно, с возрастом не то абсолютно, но пишите вы так, и мне очень приятно это слышать, и что со стороны смотрюсь я именно такой. Так что всех люблю, всех целую. Спасибо огромное. С наступающим 1 мая. Все, ждите видео с дачи.